целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса Министерством ЖКХ Московской области совместно с региональной госжилинспекцией разработан комплекс профилактических мероприятий. Все управляющие организации региона должны ежедневно проводить дезинфекцию входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин. Это коснется также всех офисов и расчетных центров по приему платы за коммунальные услуги.